Видный представитель азербайджанского шукского искусства Ашук Алискер даже по прошествии 200 лет по-прежнему остается в памяти азербайджанского народа как выдающаяся личность, патриот, человек, любящий свой народ и свою родину. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии памятника великому сказителю. Как отметил глава государства, Ашук Алискер жил и творил в Гюйчинском Махале, являющемся древней азербайджанской землей. Однако в 1918 году азербайджанцы были подвергнуты этнической чистке. На годы жизни Ашуга Алискера пришлась первая в 20 веке депортация азербайджанцев с их древней земли из Западного Азербайджана. Ашук Алискер вместе с семьей переселился в соседний Кельбаджарский район. Однако родина, родная земля все равно тянули его в Гюйчинский Махал, несмотря на то, что по климату, природе, красоте Кельбаджар и Гюйчинский Махал мало чем отличаются. Но его любовь к родине, любовь к земле была настолько сильна, что, несмотря на все опасности, он примерно через 3 года вернулся в родное село Аккельсе, где скончался через несколько лет. Все мы прекрасно знаем, что в 1970-е годы по инициативе великого лидера Гейдара Алиева был отмечен 150-летний юбилей Ашуга Алискера, причем в масштабе Советского Союза. И по случаю юбилея в его родном селе Аккельсе ему был установлен памятник. Когда наш народ подвергся третьей волне депортации, армянские вандалы разрушили этот памятник. Вернувшиеся сегодня в Карабах и Восточный Зангезур азербайджанцы показывают пример, в котором прослеживается несгибаемый дух азербайджанского народа. Молодое поколение, которое никогда не видело родных земель, хотят вернуться в освобожденные регионы. Я уверен, что такую же картину мы увидим и во время возвращения в Западный Азербайджан, потому что сегодня дети, школьники ходят в школы в Шуше, Лачине, Ханкенде, Ходжалы, Физули. Первый учебный день показал это. То есть во всех этих регионах и во всем Азербайджане царила поистине праздничная атмосфера. Я уверен, что наши соотечественники из Западного Азербайджана испытывают такие же чувства. Все в наших руках. Во время оккупации Карабаха в некоторых случаях каждый из нас также испытывал чувство разочарования и неверия. Возведение памятника видному представителю западных азербайджанцев является прежде всего знаком уважения азербайджанского народа к памяти Ашуга Алискера, подчеркнул президент. Однако в то же время этот памятник – событие, призывающее всех западных азербайджанцев и весь азербайджанский народ вновь объединиться во имя единой цели. Глава государства выразил уверенность в том, что настанет день, когда разрушенный армянами памятник Ашугу Алискеру будет восстановлен. После при участии видных общественных деятелей и деятелей искусства состоялось открытие памятника видному представителю азербайджанского ашукского творчества Ашугу Алискеру.